Мир природы прекрасен, когда на пути встречаешь лесных животных, бродящих по лесу на чаще. Мир прекрасен, когда гуляет свободно, не боясь, что люди нарушат покой диких лесных животных. Дом — это лес, где чувствуют себя лесные звери, птицы и водные животные. Счастье жить там, где лес дает комфорт диким лесным животным, обитающим в лесах и реках.